Программа «Юридическая консультация» – один из самых успешных проектов нашего телеканала. Она поистине стала народной. В течение года к нам в редакцию поступило огромное множество самых разных вопросов от наших телезрителей со всего региона. Ответы на них мы искали у высококвалифицированных экспертов. В преддверии Нового года творческий коллектив и постоянные консультанты проекта «Юридическая консультация» подвели итоги года. Первый выпуск «Юридической консультации» вышел в эфир в январе 2017 года. Программа сразу завоевала большую популярность у наших телезрителей. В редакцию программы ежедневно приходит огромное множество самых разных вопросов. В топе часто задаваемых вопросы по алиментам, разделу имущества, банковским кредитам, трудовым спорам и земельным правоотношениям. Мы дали более 500 консультаций с начала года. Наша главная цель – повышение правовой грамотности населения. Помочь, разъяснить – все это очень важно. Много к нам приходят, много звонят, пишут на электронную почту. Мы стараемся ответить на все поступившие вопросы. Автор проекта, идейный вдохновитель, директор телеканала Жак-Ипар Карабала поблагодарил наших постоянных консультантов за участие в социально значимом проекте. Самый первый консультант проекта Мейрамбек Даубалаев. За плечами опытного адвоката более 14 лет стажа. К его услугам обращаются не только жители нашего региона, но и других областей. В наступающем 2018 году зрителям хотелось бы пожелать всего хорошего, всех благ, быть всегда юридически грамотными. Смотрите нашу программу. Все наши консультанты – юристы с большим опытом. Они всегда готовы выслушать и дать полный ответ на вопросы телезрителей. При необходимости лично посодействовать в решении проблемы. Хочу сказать, как юрист, чтобы прежде чем каким-то вопросом заниматься или занимать деньги, или пойти какой-нибудь поступок, это все в дальнейшем наступает какое-то последствие. Нужно все-таки обратиться к квалифицированным юристам. Передача «Юридическая консультация» достигла своей поставленной цели. Многие граждане нашего общества Кызыларинской области получили, я думаю, разумные ответы на свои проблемные вопросы. В дальнейшем работа данной передачи в целом телеканала «Кызыларо Казахстан», я думаю, будет очень способствовать развитию, пониманию своего правосознания, что каждый гражданин имеет определенные права в хозяйственных правоотношениях, в разных сферах правоотношений общества. Одна из самых востребованных программ найдет продолжение и в следующем году. Ждем ваших вопросов. Надеемся, что консультации квалифицированных специалистов помогут вам защитить ваши права. Мы ждем ваших писем и звонков. Всего доброго. Кристина Алмаз, Кызы Бугинбай Абасилов, Досхан Сатпай, телеканал Кызыларда.